Образование меняется. Многие преподаватели теперь показывают видео на своих уроках, а студенты используют их для выполнения домашнего задания или подготовки к экзаменам. Это замечательное развитие, когда технологии помогают студентам улучшить свое обучение. Но это также может стать проблемой для тех, кто вынужден тратить бесконечные часы за просмотром скучного контента или вводящей в заблуждение информации. Мы в команде Школос представляем себе мир, в котором ученики и учителя имеют свободный доступ к широкому спектру информационных материалов, разработанных в соответствии с высокими академическими стандартами. Наша миссия – объяснить сложные идеи с помощью коротких анимационных мультфильмов, которые вдохновляют учителей и учеников на выполнение проектов и более глубокое погружение в предмет. Видео Школос публикуется так, что любой желающий может скачать, редактировать и воспроизводить их для личного пользования. А государственные школы, правительства и некоммерческие организации также могут использовать их для подготовки своих онлайн-курсов. Сегодня более 1000 учащихся ежемесячно смотрят видеоролики Школос. Поскольку наши видеоролики сделаны в виде мультфильмов, их могут смотреть ученики по всему миру. Если вы глубоко разбираетесь в научных темах и хотите помочь нам объяснить сложные идеи простым языком, пожалуйста, свяжитесь с нами и помогите нам оставаться независимыми и поддержать нашу работу. Вы можете присоединиться к нашему проекту и внести свой вклад. Просто зайдите на сайт patreon.com/scholos. Даже $1 поможет нам сделать нашу работу лучше. Вы можете пройти по ссылке на наш сайт в описании под видео. Если вы хотите поддержать нашу миссию и помочь изменить образование в лучшую сторону, станьте нашим патреоном. Это patreon.com/scholos. А также подписывайтесь, ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.